Теплые дни продержатся до выходных, после чего по всей стране ожидается похолодание. Но пока что в эти ближайшие два дня синоптики прогнозируют небольшое потепление в северных, центральных и восточных областях. На западе также сохранится теплая погода, но местами в регионе пройдут дожди. Самая высокая температура воздуха, как всегда, остается на юге Казахстана. В ближайшие три дня в столице ожидается погода без осадков. Температура ночью 4-6, температура днем 17-19 градусов тепла. 24 сентября температура днем 15-17 градусов тепла. По городу Алматы в ближайшие три дня ожидается погода без осадков. Температура ночью 16-18, днем 28-30 градусов тепла.